приземлился на газон. Наш бразилец, понятно, что не более могло обойтись без последствий. Марио Фернандос, хоть и никогда не является защитником, сегодня очень важен для нашей сборной, как игрок, способный созидать. Он сам может неплохие передачи отдавать, будет завершать атаки. Показали нам Вячеслава Караваева, игрока Зенита, который уже имеет голы в составе российской сборной, свой первый мяч завел в стадионе «Динамо» в Лиге нации предыдущего розыгрыша турнира. Ну и недавно отличился в матче с поляками. Еще раз подача Александра Головина. Ну и если сейчас потеряем Марио Фернандеса, это будет крайне неприятно. Боец Анатолия Караваева, очевидно. Караваева у нас есть лишь там часто использовал на предположенном фланге, на той позиции, которую сегодня закрывает Дарья Кузяев. Почему я об этом говорю? Потому что вынужденная замена Марио Фернандеса, она еще определенным образом изменяет планы нашего штаба в целом на эту игру. Не исключено, что собираемся учить Караваева по ходу матча на предположенном фланге. Ну а Марио здоровье, как можно быстрее вернуться к тренировочному процессу. Вот так. Тяжело складываются первые таймы матчей чемпионата Европы. Для нашей команды все время приходится Черчесову делать вынужденный замен. И первая серьезная пауза в этой встрече возникает. Сборная России исторически против Финляндии играет. Точно с момента распада СССР выиграли все